Конфликты, потасовки между пассажирами, угрозы водителю и блокирование трамваев и троллейбусов. Так сейчас работает общественный транспорт из-за новых ограничений перевозок до 10 человек. Такая очередь выстроилась на 18-й трамвай. Водители говорят, что уже на пределе и в такой обстановке работать невозможно. 11 человек зашел, я не еду. Если вы просто снимете, вы можете. Скажите, а у вас есть какие-то там, да, санкции? Допустим, ну вот штрафуют водителей? Сказали, что будут штрафовать. А вот как? Ну, там денежно или просто выговор какой-то? Наше руководство сказало, будет штрафовать, если будет свыше 10 человек. Мы даже ребенка не берем лишнего. А есть конфликты между пассажирами? Есть, ужасные. Все ругаются, проклинают, обзывают. Ужасно. Кидаются под трамвай, чтобы только открывали двери. Невозможно работать. Вот сегодня 11 человек, я не могу ехать. Я буду сейчас стоять. На конечной 18-го трамвая в салоне пассажиры тоже не сдерживают эмоций. Кое-кого приходится выгонять насильно. Да, нам дали распоряжение. 11 человек имеет право. Чего с человеком подошел? Высадите того, который подъехал. Вы же взрослая женщина, все понимаете. Бога ради, все должны понимать. Давайте придем к общему мнению. Доходит порой и до рукоприкладства. Чтобы хоть как-то контролировать поток людей, Одессгорэлектротранс выставил на остановках контролеров. Но даже так люди пытаются прорвать оборону. Если 10 пассажиров садятся на конечной, то на следующей остановке у людей попасть в трамвай почти нет шансов. Люди стоят по часу в ожидании свободного места. Вот уже 8-й проехал. И вы не смогли сесть? 1-е. Не могу. Вряд ли сяду, придется пешком идти. Диспетчеры говорят, самим не просто разрешать конфликты. Ограничения ввели, а как их правильно реализовать, не продумали. Мы по 10 человек отправляем отсюда, да? А первая станция, а вторая станция. Отсюда в часы пик все время 10 человек, понимаете? Что делать людям дальше на остановках? Им же тоже как-то надо ехать, понимаете? Вот эти вопросы будем решать. В Одессгорэлектротрансе говорят, сегодня все маршруты города выезжали задержками. Все из-за разъяренных одесситов, которых по инструкции не могли пускать в салон. На 10-м троллейбусном маршруте камнем разбили стекло. Аналогичная ситуация произошла после обеда и на 9-ке. Недовольный пассажир швырнул в лобовое стекло тяжелый предмет. Водителю пришлось самостоятельно задерживать дебошира. Разбитую машину поставили на ремонт. Завтра на маршрут она уже не выйдет. Еще одному водителю даже угрожали ножом, а вагоновожатого 7-го трамвая побили. Имеются случаи, много случаев угрозы водительскому составу. Было несколько случаев физического воздействия. Во всех случаях мы вызываем полицию, сообщаем через 102. Полиция реагирует в основном адекватно, прибывает, но вызовов очень много, поэтому задержки по движению есть. Кроме того, мы планируем на отдельных участках, вернее, на отдельных направлениях, в том числе и на 20-м маршруте, увеличить количество подвижного состава, чтобы обеспечить более сокращенный интервал и вывозить пассажиров, ну, по 10 человек. В троллейбусах и маршрутках некоторые водители жалеют пассажиров и пускают в салон более 10 человек. В основном такие поблажки делают для родителей с маленькими детьми. Мы сейчас находимся на остановке 10-го троллейбуса, и мы заметили, что в салон зашло больше 10 человек. Водители говорят, что приходится входить в положение пассажиров. Все-таки ситуация непростая. Стараемся делать, чтобы нас было 10, но если мать садится с ребенком, допустим, может быть 11, а так нету. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 человек с ребенком. Вот еще зашли. Все уже. На привозе ситуация не лучше. Люди не сдерживают негативных эмоций. Дело в том, что очень много народа едет 10-м трамваем. Берут по одному человеку от привоза. Посмотрите, сколько пожилых людей стоят. Было 20 человек, никого бы этого не было бы. Такого безобразия. 9, еще один человек. Все, больше не беру. Ладно, больше не бери. Второй день жестких транспортных ограничений, увы, лишь ухудшил атмосферу в городе. Многие водители опускают руки и попросту уходят в отпуск за свой счет. Ведь за несоблюдение правил пассажирами им придется щедро раскошелиться. Светлана Давжук, Константин Нищерет, телеканал «Репортер».